В отличие от синоптиков, сотрудники дорожной службы привыкли все брать в свои руки. И в эти жаркие дни организуют в нашем городе локальные кратковременные осадки. С приходом высоких температур поливомоечные машины выходят на улицы города регулярно. Трудовой день их водителей начинается в 5 утра и заканчивается ближе к 16 часам вечера. За это время расходуются до 30 тысяч литров воды. Так называемый дорожный душ снижает температуру асфальта, тем самым спасая его от размягчения и повреждения колесами автомобилей. В долгосрочной же перспективе эта мера помогает сохранять качество асфальта, способствует его долговечности. С помощью дорожного душа достигается и экологический эффект. Снижается запыленность воздуха и создаются комфортные условия для городской среды. На страже прохлады на дорогах городского округа работают 6 специализированных машин. Виктория Мельник, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.